сударыня, Надежда Филаретовна. Искренне вам благодарен за все любезное и лестное письмо для музыканта среди неудач и всякого рода. Утешительно думать, что есть небольшое, меньшинство людей, которому принадлежите и вы, так искренно и тепло любящее наше искусство вам преданны и уважающий Чайковский.
слышавши, даже голоса, даже голоса друг друга. Было решено лично не знакомиться, лично не знакомиться и скрывать свою дружбу, скрывать дружбу и письма, и письма. Thank you.
остается только услуживать и угождать вам посредством моей музыки. Совпадение взглядов на жизнь, взаимная симпатия. Опять пришло ее письмо. Денежная зависимость. Опять пришло ее письмо. Денежная зависимость. Глубоко благодарен вам, бесценная Надежда Филаретовна. Мои письма излишне восторжены, многословны, риторичны, при отсутствии потребности писать письма. Мне кажется, что письма мои не бывают. Вполне искренними. Я рисуюсь, я забочусь о том, какое впечатление произведет письмо. Иногда я стараюсь, чтобы тон письма казался. Часто в письме не бываю я сам собой. Наступает ощущение фальши. Наступает ощущение лжи. Фальши и лжи. Потом наступает мучительное раскаяние и сожаление. Зачем я пишу эти письма? Зачем я пишу эти письма? Молчанием эти порывы. Зачем я смущаю его? Oh.
московского музыкального общества. Я переехал в Москву и теперь живу здесь, как открылась в Москве консерватория. Стал ее профессором по классу инструментовки и гармонии. Преподавание отнимает много времени от творчества. Однако есть положительное. Евгений Онегин будет исполняться в консерватории. Уже отрепетировано полтора акта, аккомпанировал великий князь Константин Константинович. Харьков, Одесса, Батум.
сжал Оренский. Он написал оперу, которую издал Юргенсон. Она меня очень тронула. Я написал ему письмо. Однако они гнушаются этой работой, никогда не занимались театром, не знают цену. Составление либретто самим автором музыки имеет свои хорошие стороны, хотя и трудно. Впадаю в отчаянье, что рифма не дается, не выходит известное число стоп. Однако, когда в камине тихий треск полен, работается легче. Вас без боли.
богатства. Я не способен помнить о вас, пока я пользовался вашими деньгами. Вы спасли меня вашей дружбой, участием и материальной помощью. Я буду помнить на последнего вздоха благословлять вас вечно. Больше писем нет. Больше писем нет. Переписка поставлена в зависимость от меценатства, от меценатства. Это оскорбило меня, это оскорбило меня, это оскорбило меня. Это оскорбило меня, это оскорбило меня, это оскорбило меня. Много раз она говорила, писала, что я обеспечен пожизненно. В случае банкротства, денежных затруднений, разорения, на сей предмет у нее есть комбинация, которая не лишит меня самого верного дохода. Теперь я должен жить по другому масштабу и даже искать какое-нибудь занятие, работу и получать жалование, квартиру держать не буду, а буду жить в гостинице. Польский пишет за нее, что Надежда Филаретовна перенесла разрушительную порочащих мою личную жизнь. Все время я боялся огласки, боялся огласки, возможность скандала, возможность скандала. Сплетен было много.
мою жизнь. Раздражение вызвало ненависть к той, которая помогала, называла добрым другом и оттолкнула меня. Последнее слово было: проклятая, проклятая.